Ну, ребятки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. У нас необычная игра, у нас обзор. И это архитектор тюрьмы. Да, на минуточку. Впервые игра такая на моем канале. И давайте-ка построим тюрьму. Так, фундамент залить? Да, давай. Давай сделаем фундамент. Так, это по 60 баксов. Почему? Это тоже по 60 баксов. Ну ладно, какая разница. Так, ладно, давайте возьмем тогда вот этот. Вот как-то вот так вот. Е-бой, фундамент для нашей постройки готов. Так, хорошо, ответим на звонок. Так, рабочие пошли. Погнали, погнали, давай. Арбайтен, арбайтен. Работаем, работаем, давай, ребят, давай, давай, давай. Понесли, установили, сделали, установили, сделали. Хорошо работаем, молодцы, молодцы. Вот так вот, арбайтен, работаем, работаем. Так, вот такая вот тюрьма, ребят, на самом-то деле. Вот это наш весь объект, как вы видите, тут и охранники, и заключенные. Всем есть место. У нас тут и рабочие, строители. Так, ну херячат они нам фундамент. Так, объекты, что это такое? Опять-таки, единственный минус всех игр, которые сейчас выходят, как вы понимаете, они все на грёбаном английском языке. Но я думаю, мы сможем разобраться, если честно, это не проблема. Нам нужно дождаться пока... А, все уже, да? Фундамент сделали? Окей, красавцы. Что дальше? Так, хорошо, на 6 камер или на 6 комнат, как-то так. Ну, вы сами видите, в принципе. Окей. Мне ждать дальше звонок или как? Или я могу продолжать свою постройку? Так, хорошо, фундамент закончен. Что-то я сделал. Так, еще раз что-то сделал. Так, хорошо, что мы можем установить по объектам? Здесь внутри. Так, можно штангетский поставить, но штангетский я могу поставить и здесь же, правильно? Поэтому зачем мне засорять комнату? Это у нас двор, поэтому, мне кажется, имеет смысл. А в нашей тюрьме надо ее более-менее благоприятно сделать, поставить пару качалок, даже не пару, у нас бабки позволяют, в принципе. Так, как-то, допустим, вот так вот разместим их, 6 штук на дворе. Хорошо, это мы сделали. Что у нас тут есть еще интересное, что мы можем поставить? Так, шкаф, ну это мы здесь вот уже поставим, мы, типа этот диванчик сделаем, поняли, мажорненько все, чтобы у нас ребята были в комфорте, такая у нас комната будет с диванчиками полностью пол забитыми. Так, что еще сюда можно поставить, это мы сейчас элитку сделаем какую-то, понимаете, так, я надеюсь, им там удобно будет сидеть. А, я делейтнул, да? Ну ладно, это будет так. А, хорошо. Что у нас тут есть еще? Это ТВ надо поставить, конечно же. Как его развернуть, слушайте? Мне кажется, мне особо удобно будет смотреть вот так вот именно. Так, это фонарик или что-то в этом духе. Так. Хорошо, что дальше? Тихо, отмена. Куда ты ставишься-то? Так, фундамент мы сделали, ну. С фундаментом понятно. Так, дальше что? Нужно обустроить полностью комнату. Вот, охранная комната. Да? Чем мне показывают, что нельзя? Офис диск. Что за офис? Вот я офис, на, пожалуйста. Коль ты бузишь. Вот так вот, на тебе офис. Так. Или здесь нужно установить. What the fuck? Еще бы знать, что я делаю, да, ребят? Было бы великолепно. Хорошо, здесь еще одну комнату поставили. Сейчас мы тут, короче, комнату наделаем. Все нормально. Им там просто в комнате что-то не хватает. Сейчас мы все сделаем, все будет пучком. Хорошо, это сюда. Так. Комната с паролем. Так, это мы здесь делать не сможем, да? Так, это тоже. Это тоже. Так, хорошо, нам им туда надо какие-то объекты поставить, да? Что, это сюда, что ли?
Зачем им сюда? Это решетки или что? Ну, о. Я захерачу их сейчас в решетке полностью. Хызы, как они там будут жить потом. Но я это сделал. Ускорим режим. Вот это все слишком долго происходит. А никаких заявлений ничего мне не приходит. Так, шерифа. Так, давай. Дай им там всем звездюлей, блядь, чтобы они знали, как себя вести. Сейчас я тут, короче, копов накидаю, чтобы все знали, где им надо быть. А, вот, я вижу. Теперь хочу, мне еды не хватает. Так, поваров надо накидать, чтобы они успевали все готовить. А, все, сдохли. Я понял. Так, это что? Это уничтожить? А, это все непонятная хрень. Почему я могу на улице кофе поставить? Типа, что за нахер? Оп. Хорошо. Так. Давай сделаем здесь фундамент. Оп. Вот так вот добавим. Хорошо. И вот. И тогда они строят то, что мне надо. Но его нужно еще обустроить, чтобы оно было рабочее. Поняли? Что это тут такое? О, боже, что это здесь происходит? Кошмар. Это двери вот эти, которые закрываются, открываются. Но я им там сочувствую, пускай работают. Короче, бульдозер может срезать вот это нахер все. Да. Хороший, красавчик. Ну, в общем, ребят, вы поняли, что это за игра. Вы поняли, что я в ней ни хера не разобрался, потому что она на английском языке. Если кто-то расшарит, буду благодарен. Всем спасибо. Пока-пока.